А теперь к другим темам. Работники компании «Газпром Добыча Краснодар» провели экологическую акцию по выпуску малька в акваторию Азова. Мероприятие прошло в рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий. Первое большое плавание отправились 14 тысяч мальков сазана. Сигалетки будут осваивать просторы лимана Долгий в Славянском районе. Рыба была выращена в Азово-Черноморском филиале главрыбвода по заказу компании. Главная цель акции – воспроизводство водных биоресурсов, восстановление популяции промысловых пород рыб, отметил начальник отдела охраны окружающей среды «Газпром Добыча Краснодар» Александр Фалин. Сегодня мы выпускаем малька сазана. Средняя навеска 10 грамм в количестве 14 тысяч штук. Мы надеемся, что ему здесь будет хорошо, благоприятно, и мы своим мероприятием сможем пополнить рыбные запасы данного места. Это особо охраняемая природная территория. Здесь именно главная цель не воспроизводство, как товарной рыбы, а пополнение рыбных запасов естественных условий. Помимо работников «Газпрома», в экологической акции приняли участие специалисты государственного природного заказника «Приазовский», Сочинского национального парка, а также представители Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгеи. Любое мероприятие, которое человек направляет на восстановление биоресурсов, восстановление экосферы, оно всегда будет значимым для нас. Совместно с природоохранными организациями сотрудники «Газпром Добыча Краснодар» намерены повторить акцию. В августе этого года планируется выпустить в лиман еще 60 тысяч особей сазана. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».